В столице республики открылся музей чувашской вышивки. Организаторы постарались собрать в одном месте лучшие образцы национального искусства. На старинную вышивку посмотрели и мои коллеги. Уникальная, многоцветная, символичная. Так можно сказать о чувашской вышивке. Она отражает всю историю и самобытность чувашского народа. На протяжении многих веков лучшие мастера Чувашии писали историю с помощью узоров и орнаментов. Сегодня все это можно увидеть в одном месте – в музее чувашской вышивки. Традиционная чувашская вышивка, как один из основных видов прикладного искусства чувашского народа, несет в себе идею сохранения и популяризации национальных культурных традиций. Идея объединить все в одном месте витала в умах музейщиков давно, но лишь в этом году ее удалось осуществить. Коллекция собиралась много лет. Это очень важное событие в республике, потому что для чувашского народа вышивка – это практически все. В вышивке отражается мировоззрение народа, отражается миропонимание, понимание красоты. Вышивка чувашская – это уникальное явление вообще в мировой культуре, благодаря смысловой нагрузке, которую она несет. Экспозиция одного из залов посвящена истории развития чувашской вышивки с древнейших времен. Здесь собраны уникальные украшения и народные костюмы. В другом зале – современные технологии этого удивительного искусства. Особая ценность музея – работы известных вышивальщиц. Это наше самое ценное, что мы имеем. Вот наша республика – вышивка. Ни один народ России не знает столько прям шитья, сколько чуваши. Вот это самое ценное. И это надо передать молодежи, передать ученикам, чтобы они не забыли. Сейчас в музее работают пока два зала. В планах организация стационарной выставки костюмов чувашского народа. Отдельные стенды планируется посвятить художникам по вышивке. Кроме того, планируется открыть мастерскую чувашской вышивки, где будут проводить мастер-классы и интерактивные занятия с детьми. Так, уверены создатели музея, сохранятся культурные традиции и самобытность чувашского народа. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.